Всем привет! В этом уроке я покажу, как я рисую глаза на бумаге. У меня есть вот такой скетчбук. Я уже где-то рисовала глаза. Обычно я рисую в диджитал, но иногда хочется помалевать на бумаге. Представим себе шар. Вообще глаз – это шар. То есть такое глазное яблоко, да? И дальше я помечу такую ось. К примеру, я хочу, чтобы внутренний уголок глаза, то есть слезник, находился здесь, а внешний здесь. То есть вы видите, какое направление я задала. То есть глаза будут такие примерно как у кошечки. Внешний угол будет задран вверх. Здесь будет слезник. И верхнее веко. Все ненужное можно сразу подтирать. Наши веки обрамляют глаза. И, соответственно, весь глаз, всю сферу, все глазное яблоко мы, естественно, не видим. Также мы не видим и радужку полностью, то есть если глаза у нас не открыты широко, то полностью также и радужку мы видеть не будем. Так, нарисую верхнее веко, здесь будут ресницы. Здесь у нас слизнячок, верхние ресницы, верхний ресничный край можно делать линией толще. Сейчас я рисую довольно широкий такой крупный глаз. Возможно, не совсем реалистичный, больше такой может быть в мультяшном стиле. Так, вот здесь у нас находится линия, толщинка нижнего века. Здесь будет находиться верхнее веко. Верхнее веко обычно повторяет форму глаза. Мне не совсем удобно рисовать в таком положении, поэтому вот такие вот линии получаются. Я его немного задрала, поэтому для бровей мне уже здесь не хватает. Но можно пометить, что она где-то там. С изломом и где-то там. Глаз довольно-таки широко раскрыт. Здесь можно сразу рисуем радужку. Радужку, если продлить радужку, то она будет вот таким шаром. Но так как верхнее веко ее всегда закрывает, то мы видим вот только эту часть радужки. Круглую, да? Она может не доходить до верхнего века. Допустим, это немного взгляд такой из-под лобья получился. Сам зрачок более в верхней части радужки. Если разделить ее пополам, то
Он будет примерно здесь. Можно также еще утолщить линию роста ресниц. Также можно сразу дорисовать. Вот так, реснички. Ресницы, естественно, растут не прямо, не ровно, даже если вот посередине, то стараемся делать некие изгибы. Ресницы можно вот так пучками рисовать. Внешнему углу глаза ресницы идут в эту сторону, к внутреннему углу глаза ресницы растут в эту сторону, потому что глаз это у нас имеет же форму шара, поэтому ресницы на нем, века обтягивает глаз, и ресницы поэтому на нем растут тоже неровно. Так, и внизу ресницы тоже. По такому же принципу загибаются. Ну, внизу они могут быть, конечно, меньше. Вот здесь еще можно показать складку, которая... Ну, то есть шар, да, если представить, что там у нас глазное яблоко шар, то здесь на теле уже, на коже, здесь будет нос, и здесь вот эта складка преломляет, которая... Глазное яблоко, а дальше идет щека. Также можно кое-где подштриховать более темные места. Обычно это будет вот здесь, но особо не буду. Можно положить штрих вот здесь. Также здесь можно нарисовать и губы, к примеру. Способ нарисовать губы с нуля. Нарисовать таких три округлости. Вот примерно такие. Между ними внешний угол рта. Это срединная линия губ. Это верхняя губа и нижняя губа. Здесь такие вот припухлости, да, как на вот эти, на губах. Это ямочка. Ямочка верхней губы. И можно вот такую форму ей задать. Вот уже вырисовываются губы. Можно сделать вот тут ямочку внизу, но я вот не люблю ее делать обычно. Я обычно люблю делать просто пухлую нижнюю губу, без всяких вот этих вот делений посередине.
Я просто смотрю не совсем сверху. Снимаю я сверху, поэтому мне неудобно как-то рисовать. Здесь вот можно так немного сделать. Здесь можно сделать немного такие, на губах вот эти вот морщинки. Срединную линию губ можно подчеркнуть, как-то более сделать темной. Возможно, там он приоткрыт или рот. Такой самый легкий способ нарисовать глаз и губы там с нуля. Можно как на бумаге, так и в диджитал. Где вам удобнее? Я обычно рисую в диджитал. На бумаге я рисую крайне редко. Но только под настроение. В диджитал мне гораздо удобнее, привычнее и легче. Ну, в общем-то, это все. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, ставьте лайки, потому что на нем будут еще выходить уроки дальше по диджиталу. Я рисую в программе Procreate на iPad. И уроки будут выходить, соответственно, по Procreate. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!